Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребят, хорошие. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу. Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они неинтересны, я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю, мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия. Я реально прихерел. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто... Что-то какая-то там, ну, знаешь, я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Я смотрел на этот калаш и думал, боже мой, хочу видеть внука. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Да, мне было страшно, но я это сделал. Ну, да, конечно, мы знаем. Конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Вот, они знают, я не знаю. Я это никак не вижу, Юра. Я хочу, чтобы остановился весь этот пиздец. Весь этот, все это месиво кровавое. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. Супер гуд. Сомнительно, но окей. It's okay. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. У меня немного друзей. Наверное, человек 40. 30 скорее. Ну... И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Блять, я заплакал. Ну ты понимаешь, он все равно же нездоров. Вот объективно. Он же нездоров. Все говорили, да, тобой крайне недовольны. И мы считаем, тебе надо быть аккуратным, там сказать, со своей там, личной безопасностью. Потому что там сказать, твои заявления типа не зашли. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня всех.